Привет, меня зовут Денис Маранин, и сегодня я вам покажу 5 рисунков, которые изменили мою игру. Так что запасайтесь кофе и приятного просмотра. А для того, чтобы не пропустить мои новые уроки, жмите подписаться, жмите колокольчик, и вы будете всегда в курсе самых последних барабанных новостей. Я воспитывался изначально на классике и на джазовых ритмах, таких как Биг Бенд, барабанщиках, таких как Макс Роуч, Бадди Рич, Арт Блэки, конечно же. Вот. Позже я стал увлекаться малыми составами, в которых играли такие замечательные барабанщики, как Элвин Джонс, Рой Хейнс и многие другие. Но все это относилось к джазу. Что же касается битовой музыки, то все в основном сводилось к ритмам группы AC/DC, ну и их разновидностям. Вот. И в какой-то момент я открыл для себя музыку фанк. И это на самом деле перевернуло весь мой внутренний мир. И вот сегодня я вам хочу показать первых 5 рисунков, которые меня заставили задуматься и начать изучать другие стили. Мы переходим к первому рисунку. Итак, первый рисунок, который меня поразил и который я изучил, это был рисунок моего преподавателя Валерия Семеновича Бутрина. И звучал он следующим образом. Итак, что же для меня в этом рисунке было необычного? Но в первую очередь необычно было открывание хай-хета. Необычны были перекрещивания рук, потому что в те времена все играли прямые ритмы 16-е, а вот такого вот, чтобы то, что вы сейчас видите в госпеле, тогда не было. И я, естественно, сел его разбирать, записал себе на ноты и впоследствии разучил. И тут есть два варианта исполнения. Первый – это с прямой бочкой. И, соответственно, второй вариант, в котором мы играем бас-барабан вместе с открытием хай-хета. И если первый вариант, он более попсовый, то второй, он более фанковый. Второй рисунок очень похож на этот. Его я увидел в книге Рика Леттема «Advanced Funk Studies». Звучал он следующим образом. В нотах я подробно написал, как играются все эти рисунки, так что не беспокойтесь, если вы вдруг не уловили это сразу по видео. Третий ритм, который буквально меня поразил, принадлежит великому барабанщику Стиву Гетту. Я очень часто упоминаю, что в основе моей игры лежит очень много приемов Стива Гетта. Когда я для себя его открыл в один момент, я очень плотно на него подсел и переиграл все, что только можно. Но вот этот первый рисунок, мне его показал другой барабанщик, мой знакомый. В тот момент он просто взорвал мой мозг. Я не понимал, как это делается, и попросил его, говорю, научи меня этому. И он показал мне тогда, вот я умел только один рисунок Стив Гетта играть. Строится он на 32-х нотах. Начинается с бас-барабана, и дальше идут двоечки. Давайте я покажу медленно, а потом сыграю в темпе. В те времена это было что-то невероятное, это просто вот взрыв всех барабанных шаблонов. Тогда такого никто не умел играть, это был стиль Стив Гетта, он ворвался с ним на мировую сцену, это было потрясающе. Четвертый и пятый рисунки тоже принадлежат Стив Гетту. Что в них было необычного? Четвертый рисунок – это самба, которую он играл на левую руку.
Я очень долго пытался это разучить, потому что в те времена моя техника была не настолько хороша, чтобы я мог вести ритм левой рукой. Но мне было дико интересно это сыграть. Впоследствии я узнал, что Стив Гетт признался как-то, что ему в студии приходилось делать все время одну и ту же работу, и чтобы не умереть со скуки, он некоторые ритмы разучил на левую руку. Вот вся причина их появления. Но я этого тогда не знал, и мне это дико нравилось, мне было очень интересно. Во-первых, это выглядело визуально очень круто, во-вторых, это звучало необычно. Давайте я вам попробую сыграть. Итак, в основе у нас будет бас-барабан, который играется, как обычно, восьмая с точкой, шестнадцатая, то есть. В левой и правой руке мы играем раз, два, три, раз, два, раз, два, три. То есть ничего сложного, как вы видите. Согласитесь, звучит очень необычно. Ну и пятый заключительный ритм, который я очень много применял впоследствии, он строится на базовые вещи на 16-й в руках. То есть, если мы возьмем... то следующий шаг мы просто уберем правую руку. Конечно, сначала я не мог так держать, чтобы просто сохранять пустое пространство. Поэтому я играл те же 16-е между малым барабаном и хэтом, только в малый барабан я играл очень тихо. Этот рисунок очень классно звучит в сочетании с обычным битом. Как вы могли заметить, опору я делал на левую руку, выделял специально партию хай-хета на слабую долю. Ну вот я вас познакомил со своими пятью ритмами, которые заставили меня очень глубоко изучать барабаны, искать свой путь, искать свое звучание. Надеюсь, у вас они тоже есть. А если нет, вы можете воспользоваться моими. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. Ну а мы с вами увидимся в следующем уроке. До новых встреч!